Друзья, привет всем. Короче, история такая. Я решил поменять свой логотип. Теперь у меня там будет щука в моем логотипе. И надпись. Сыктывкар Фишинг 11. Канал о рыбалке и активном отдыхе. Вот как-то так. Так что надо что-то менять в этой жизни. Потому что, смотрю, вы не хотите Славку смотреть. Значит, будем что-то менять для себя и вообще. Вот такие вот дела. Скоро рыбалка на Налима. Даже сегодня, если дождя не будет, пойду сегодня оставить после работы сразу. Ну, а завтра проверка. Так что фильм выйдет послезавтра. Вот. Еще будем копать червей, надо накопать. То да все. Ну все, что я хотел вам сказать. Все, ребят. Как всегда, Славка с вами, Славка на связи. Мой канал Сыктывкар Фишинг 11. Всем пока и всем удачи.